И в продолжении темы ремонтной кампании речь пойдет о ремонте дорожного полотна. У Патитах началась реконструкция дороги на улице Бредова. Автомобилистам придется потерпеть неудобства, потому что кроме асфальта подрядчик заменит бордюрный камень. Напомню, общая протяженность дорожных работ составляет 3 километра. В планах также установка искусственных неровностей и ремонт тротуара. На улице Бредова полностью заменят асфальт от площади геологов до перекрестка с улицей Строителей. Помимо дорожного полотна установят новый бортовой камень. Кроме этого, подрядчик придет в порядок перекрестки. На пересечении с улицами Космонавтов и Победы появятся ограждения, а также подходы к пешеходным переходам. Цена контракта по улице Бредова составляет 19,7 миллионов рублей. Мы ожидаем, что будут выполнены работы к сентябрю, к началу сентября, к концу августа. По пешеходным переходам, там у нас вообще по городу получается порядка 12 объектов, цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Еще на улице Бредова в рамках контракта дополнительно установят 2 приподнятых пешеходных перехода, как у третьей школы. Рабочие, выполняющие ремонт дороги, обещают ночами не громыхать. Все-таки вдоль улицы много жилых домов. 5 людей работают нормально. С утра с 8 до 8 у нас рабочие дни. Сроки, по-моему, короткие, но так хотим сделать, чтобы успеть. Но погода пока позволяет, работаем. Кроме Бредова, асфальт заменят на участке улицы Строителей от перекрестка с улицей Победы до дома ребенка. За лето уже укатан асфальт в 2 межквартальных проездах – на улице Гайдара и на Зиновьева до Ферсмана 36. Помимо дорог этим летом восстановят тротуары на улице Ленина и отрезок на улице Гладышевой в Старых Апатитах. Помимо всего вышеперечисленного, управление городского хозяйства сейчас заключает контракты с участием региональных денег на ремонт улиц Комсомольская, Космонавтов, Гайдара и автоподъезда к путепроводу в Старых Апатитах со стороны улицы Жемчужной.